Всем привет, дорогие друзья, с вами Фай, у нас сегодня с вами 3 августа, и довольно необычная ночь сегодня была, в том плане, что опять был какой-то движ, и в этот раз это уже не ошибка бота, а Valve реально что-то делали. Перед этим вы можете подписаться на канал и также поставить лайк. Подвигался первый в мире проект по прокачке героев Dota+. Если ты давно хотел прокачать своего героя, но никак не доходили руки, проект Grandmaster Shop в этом тебе поможет. Куча опытных работников сервиса с радостью прокачает твоего героя до нужного уровня. Все проходит в прямом эфире в их Discord сервере, все прозрачно и честно. Проект также подготовил кучу эксклюзивных сетов, коллектор кэш и иммортал предметов по довольно вкусной цене, паки керри, мидер и другие плюшки. Отзывы о прокачке героев перед вами. Залетайте по ссылке в описании, а промокода Fai вы получите скидку 5% на любой товар или услугу. Ну, а именно сегодня бот Мукаса опять нафлудил огромное количество сообщений, и по итогу все пришло к тому, что у нас это был контент, связанный, соответственно, с самим сайтом Доты, то есть изменялись файлы локализации, JS и CSS. CSS это язык стиля, то есть, по сути, визуально соединится JS, это уже сам функционал. Но, опять же, зачастую это либо пустые ссылки, либо какие-то незначительные изменения, либо еще что, отследить мы это в любом случае да точно не можем. Также у нас появилась инфа об автографах. Также Мука сдал на нее ссылочку, и выглядит это дело все примерно так. Вот тут у нас ТЗ какое надо. Напомню, кто не шарит, автографы — это контент, который мы также покупаем как клубы поддержки, только в свою очередь уже, по-моему, также 50% отправляется именно челам, которые создали автограф, то есть комментаторам, кастерам и тому подобное, чтобы просто их, по сути, поддержать. Такая тема у нас была в 10-м компендиуме, не Battle Pass, а компендиуме, который у нас был перед Антом. Интересно, тут опять же ничего нету, по сути, просто дефолтные автографы, как их надо оформлять, даже есть гайд, как их делать, вот. Ну и также появилась еще вот такая страничка, вот это именно тут информация о том, ну, как я полагаю, это покупка прав на кастинг, либо же на участие в следующем мажоре, в следующих мажорах, в следующем сезоне DPC 2023 года. То есть, по сути, какой-то движ есть. На самом деле, еще ожидали сегодня увидеть какую-то новость по мажору, что он стартовал, да, и, возможно, это будет по Battle Pass, но ничего так и не вышло. Я все-таки уже, опять же, повторюсь тысячный раз, склоняюсь к тому, что стоит ждать сам Battle Pass после непосредственно мажора или хотя бы новостей по нему. Так что, думаю, уже ждать особо нечего. Стартует он совсем скоро, буквально через 2 дня. Кстати, на канале вышли прогнозы фэнтези. Кто не видел, посмотрите. На этом все. Всем удачи и всем пока.